Детектив Ости, что на этот раз? Потерпевший Джеральд Ли угодил под поезд. Очевидцы утверждают, что Джеральд несколько раз выстрелили перед его падением на пути. Все остальное вам оставили. Признаться, ужасная картина, не по себе становится. Ну посмотрим. Мобильный. Стоит взять во внимание. Думаю, расследование поможет. Боже, за что его так? Стреляли из пистолета в упор, 5 раз в сердце. 5 выстрелов, не слишком ли много? Что известно о погибшем? Так, Джеральд Ли, 34 года, разведен. Работал клерком. Живет на пересечении Олбани и Топо-стрит. Здание номер 14, пентхаус. Сейчас квартира опечатана. Я загляну туда. Подозрительно, что у простого клерка пентхаус. Ну, здесь-то понятно, что левый заработок, и явно из-за него он оказался здесь. Проверь ноутбук. Пусто. И здесь тоже ничего. Генри, ну что у тебя? Пусто. Никаких зацепок. Заглянем в умницу, расспросим про покупателей. Жди здесь, я скоро. Именем закона вы арестованы и имеете право хранить молчание. Его допросят и сообщат о любой информации нам. Не думаю, что смолчит правду. Обязательно сболтнет что-нибудь.
Как-то все непонятно. Улик мало. Нужно узнать про работу, и круг подозреваемых резко сузится. Ладно, поехали перекусим. Ни следа, никаких следов насилия либо надругательства. А вот это интересно. Может, он здесь и специально для нас. Офицер! Расскажите о погибшей. Жертва Люсинда Ли, 28 лет, бывшая жена покойного Джерарда Ли. Детектив, в пистолете не достает 5 патронов. Спасибо, офицер.